Чебоксарские кадеты приняли участие в параде Победы в Севастополе. Ребята были приглашены на первый слет кадетско-казачьих корпусов и военно-патриотических клубов. В Крыму юные патриоты побывали в гостях в частях Черноморского флота и МЧС. Ребята сходили в поход по партизанским тропам и приняли участие в реконструкции одного из боев Великой Отечественной войны. О своих впечатлениях они рассказали нашей съемочной группе. 19 воспитанников Чебоксарской кадетской школы имени Кочетова приняли участие в первом слете кадетско-казачьих корпусов. Туристско-патриотический слет прошел в Севастополе. В соревнованиях приняли участие ребята из 28 регионов России. Мы там принимали участие в военных соревнованиях, спортивных соревнованиях, туристических соревнованиях. Естественно, мы туда поехали не просто занимать места, а еще набираться опыта, своего опыта. Мы привыкли общаться между собой, а вот с другими нациями мы мало общаемся. И больше всего понравилось только общаться с нациями другими. Команда из Чебоксарской кадетской школы заняла второе место в соревновании по установке палатки. Состязаться пришлось не только в военных и туристических дисциплинах, но и в танцах. На набережной Севастополя был организован кадетский бал. Было страшновато сначала, но потом мы привыкли, что на нас смотрит столько глаз, и мы выступили хорошо. Конечно, призовое место мы не взяли, хотя там тоже были разные номинации, но тем не менее, сам факт того, что они участвовали вот в этом кадетском бале, это, конечно, очень знаменательно. Приняли участие в параде, посвященной 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 70-й годовщине освобождения города Севастополя. Наши кадеты участвовали в бессмертном полку, несли транспаранты героев Советского Союза, героев России и почетных граждан города-героя Севастополя. Помимо соревнований, кадеты посетили много экскурсий, в том числе побывали на знаменитом паруснике «Крузенштерн». После этой поездки некоторые ребята точно решили, кем хотят стать в будущем. Мне понравилась поездка в Севастополь. Я очень хочу стать моряком из-за того, что я был на корабле «Крузенштерн». Марина Рябцева, Андрей Шоклев, «Республика».